Рон, сколько моментов ты сегодня загубил? Ну, один был такой, где мог лучше сделать. В конце не попал, но это я не считаю моментом. Сколько моментов создал для партнеров по команде? Ну, 100% в первом тайме. Рандом не забил. А еще, может быть, какие-то вспомнишь? Не, сейчас нет. 100%. И сколько подкатов сделал, не считал? Ну, было несколько. Удачно. Сколько? 3, может быть. И последний вопрос. Что в перерыве говорил Бердыев, как настраивал команду, при том, что счет был положительный? Ну, так же, чтобы боролись, чтобы... Но они забили 2 таких нелепых гола, один с углового, другой, мне кажется, там штрафной был, не пенальти, не знаю, надо посмотреть. Ты еще не смотрел повтор? Нет.